Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Сергей, и я рад вас приветствовать на моем канале Сергей Музыкант. Сегодня мы разберем с вами песню «Одинокая гармонь. Итак, играем мы ее в ми миноре, а это означает, что здесь будет знак фа диез. Начинаем с ноты ми. Ми, соль, си. Сначала второй, третий, пятый туда, а назад возвращаемся соль, ми, уже четвертым, третьим. То есть получается такой ход по ми минору вверх и назад. Ми, соль, си. А назад возвращаемся соль, ми уже четвертым, третьим пальцем. И получается так. Дальше уходим на ре диез. И дальше ноты будут по порядку. По одному ряду. Такой баховский аккорд. И возвращаемся в си. То есть получается ре диез, фа диез, ля, до. Все по порядку. И возвращаемся на си. Что получилось? Дальше. Вторая фраза. Ми, фа диез, четвертый на соль. Дальше ми, до, как бы учился до мажор. Потом с до в си первым пальцем. Ре диез, фа диез и соль. То есть вторая фраза получилась такая. Получилось ми, фа диез, соль, ми, до, си, ре диез, фа диез, соль. И получилось две фразы. Ми, соль, си, четвертый назад. Ре диез, по одному ряду, в до, в бас, си держим. Опять из-за такта ми, фа диез, соль, ми, до, си, ре диез, фа диез, соль. Теперь идем дальше, к следующей фразе, к третьей. Ля, си, играем третьим пальцем и пятым. Ля, си, до, четвертым. Соль, фа диез, ля, си. Еще разочек. Ля, си, до, соль, фа диез. До-до и соль, фа диез, фа диез. До-до, соль, фа диез, фа диез. Ля, си, си. Еще раз. То есть си держится в конце. И четвертая фраза. Ми, си. Второй, пятый, а на ля будет четвертый. Два раза ля. Фа диез. То есть получилось так. Ми, си, ля, ля. Соль, фа, ми, фа, соль. Ми, си, ля, ля. Соль, фа, ми, фа, соль. И повтор, только уже будет немножечко там варьировано. Ля, си, до, си.
си. Уходим в ре. Две ре наверху. До. До си. Еще разочек. Ля, си, до, си, ре, ре. То есть до, до и си, ре, ре. Заключительная фраза. Опять, как уже была она у нас. Ми-си, вторым, пятым. Ля-ля-си. Фа-ми. И уже не фа-соль уходим, а ми-ре-диез. Ми. Чем отличается повтор от неповтора? Значит, так скажем. То есть, получается, за первым разом мы идем... А за повтором мы идем так. Не в соль, а си. Ре, ре. До, до, си. И концовка получается одинаковая. Ми, си. Вторым, пятым. Ля, ля, со, фа, ми. Хорошо, теперь показываю левую руку. Играть буду правой рукой медленно и показывать, что творится в левой руке. Сначала из-за такта. Значит, тут получается прием вальсовости. Бас, аккорд, аккорд, бас, аккорд, аккорд. Еще разочек. Значит, получается сначала ми минор, си, септ и ми. Два раза. То есть ми, си и ми. Дальше. Один раз ля, один раз си и два раза ми. Один раз ми, один раз септ. Уходим вниз на ре, соль, до, то есть получилось ля, ре, или септ, или мажор, сам соль мажор, до мажор, то есть ля, ре, соль, до, и спустились. Опять уходим на ля, си. Один раз ми, один раз ми сеп, ля, повтор, до, заканчиваем, ля, си, и можно в конце сделать такую штуку. Вот получается ля, ре, си. Второй, пятый, третий. Что получилось? Соль диез. Также заходите на мой сайт bnis.москва. Буду рад вас там видеть. До свидания.